Сегодня привезли мне очередную клетку, уже четвертую. Это клетка Триол, размеры 7,6, 46, 45,5. Поддон имеется, две кормушки и две жердочки. Завтра я буду совмещать две клетки, снимая одну боковую стенку у этой клетки. И буду стяжками стягивать. Приготовил уже жердочки. Клетка разборная, очень удобная. Вот сейчас она в сложном состоянии, ее просто надо раздвинуть. И все. И клетка будет в сборе. Ну вот она и собрана за 3 минуты. Вместе с поддоном. На поддоном решетка. Но все там на крючках сделано. Все это, в принципе, можно убрать, но лучше так оставить.